Я хочу сказать, сегодня хотел поговорить о том, даже больше, наверное, поделиться тем, что чему Бог меня научил за, может быть, за этот месяц, ну вот за это последнее время. И речь пойдет о вере. 2 Коринфянам, 13 глава. Пятый стих. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? И здесь Павел дает, можно сказать, такое повеление, чтобы мы испытывали самих себя, верили мы, находимся. И я думал вообще, как можно испытать самого себя в этом. Да? И размышляя на эту тему, пришел к определенным выводам, которыми я хочу с вами поделиться. И мы начали с одного свидетельства, да? И это свидетельство Максима, в котором он рассказывал, что у человека должна быть нужда, когда он приходит к Богу, да, и эта нужда, она, Бог видит нашу нужду, и она становится покрытой, Бог отвечает на эту нужду. Я хотел тоже затронуть эту тему, о том, что, да, человеку действительно необходима нужда, что просто если мы не нуждаемся в Боге, и это нам не открыто, мы живем так, как весь мир живет, нам ничего не надо от Бога, да, у нас все прекрасно, у нас все хорошо, мы сами не понимаем, в ком мы нуждаемся. И Бог реальный на самом деле, настолько, что Он сверхъестественный, это да. И он сверхъестественным способом и образом может открываться человеку. Но он также реальный. Потому что все, что вокруг нас, является реальным. И когда у меня начались опыты с Богом, когда я начал обращаться к Богу, и когда он начал отвечать, то, что я начал получать, да, я потом делился с одним человеком в самом начале своего христианского пути. Я говорил, понимаешь, Бог мне начал открываться, да, и меня даже какие-то сомнения терзают такие, потому что это настолько реально, что я даже не ожидал, что это настолько реально. Он говорит, ты знаешь, почему это происходит? Я говорю, почему? Он говорит, потому что Бог реальный. И это на самом деле так, то есть я, можно сказать, ожидал чего-то такого, что с неба, да, там, то, что я читал в Библии, да, сверхъестественные вещи происходят, как свет осиял Павла с неба, как он увидел Иисуса Христа. И такие свидетельства на самом деле есть. Но, кроме всего прочего, Бог, Он во всем. Он создал это творение, да, и мы, как Его творение, и вообще все творение, Он во всем. И поэтому Бог, Он реально во всем. И вера, она помогает нам увидеть невидимого, да, как мы слышали на прошлом собрании, что мы можем увидеть невидимого. И это настолько же реально, насколько вот эта табуретка, которая здесь стоит, даже, можно сказать, более реально, потому что этой табуретки не будет однажды, а Бог, Он
Он будет всегда. И тогда это намного больше, да? И мы посмотрим на некоторые опыты людей из Библии, связанные с верой. И будем, как бы, как здесь говорится, испытывать самих себя, да? Верили мы. Матфея, 8 глава, 5 стиха. Это история про сотника, который пришел к Иисусу, да, с проблемой. У него был слуга дома, больной. Он пришел к Иисусу с нуждой, да, но с нуждой за другого человека. И 8 глава с 5 стиха Матфея. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в ослаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился, сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны Царствия извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час». И мы здесь видим, да, картину. Есть сотник, есть Иисус. И сотник, который приходит к Иисусу, он ему говорит вещи, в которых он почему-то уверен, да? Он говорит, как Иисус должен сделать. Вот такая вот у него была вера. И это на самом деле сильно, да? Настолько, что это даже самого Иисуса удивило, что он говорит: «Я приду и исцелю твоего слугу». Но он говорит: «Не, не надо, я не достоин этого. Ты просто скажи, и он выздоровеет». И его вера была основана тоже на том опыте, который он имел сам. Потому что он знал силу слова. Но тот, кто повелевает этим словом, да, здесь уже был разный уровень. Сотник, который имел в подчинении у себя воинов, и Иисус, который повелевал и болезням, да, и духом, и много что делал, и все это он делал словом. И здесь есть разница. Есть разница в том, кто, да, кто повелевает и в чем подчинение находится то, о чем он говорит. Потому что он к нему обращался со словом «господин». Да? И вот это слово, это не просто формальное обращение. В него вложен тот смысл, который есть. Потому что помимо того, что это Господь, да, господин, это тоже повелитель. Это тоже хозяин чего-либо. И он понимал, о чем он говорит. Он понимал, что если я могу сказать своему слуге: иди и делай, он идет и тотчас делает. Он не будет препираться, да? Он не будет, как бы, морочить тебе голову. Хочу, не хочу, могу, не могу, да? Сделаю, не сделаю. Он понимал, что его слово, оно имеет такую власть. И он знал, что если Иисус скажет, то слуга его выздоровеет. Просто эта болезнь, она подчинится. И понятно, что он должен был откуда-то это знать. То есть это знание, оно как-то к нему должно прийти, было. И здесь вот дальше, например, говорится в 16 стихе, что «когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». И мы знаем, что Библия, Новый Завет, да, Евангелие, они не написаны в хронологическом порядке. И ученые выяснили, что вот это вот событие, которое говорится в 16 стихе, библейские ученые, да, утверждают, оно произошло раньше, чем Иисус исцелил сотника. Тогда сотник, находясь в этом городе, в Капернауме, он знал, что Иисус исцеляет бесов, исцеляет болезни, изгоняет бесов, и он это делает словом. И вот с этим знанием и пониманием того, какой властью обладает Иисус, он пришел к нему. Он понимал, что он господин, который повелевает,
И его власть, она не ограничена просто вот слугой, который здесь, да, или воином, который там, который у него в подчинении. Но когда он говорит, и какая-то духовная машина запускается, да, какие-то духовные силы начинают запускаться, и они послушны ему. Он видел это на примере, и он верил в это. Поэтому он сказал так, да, что не надо приходить, достаточно того, что ты скажешь, и все. И Иисус ему сказал, что как ты веровал, да будет тебе. Вот как ты веровал, так и будет тебе. Да? И это интересно, да, что вот он веровал именно таким образом, что Иисус вот скажет, и слуга его выздоровеет. Но по слову, да, но мы можем вспомнить тоже другие истории из Библии. Например, женщина, которая страдала кровотечением, да, Иисус сказал, что вера твоя, она тебя исцелила, да? Мы можем вспомнить ханьянку, которая пришла просить за свою дочь, она была язычница, и Иисус ей сказал, я не могу ее исцелить, потому что я послан к овцам дома Израилева. А? И тогда он это сделал, поверь, потому что она говорит, даже псы, говорит, едят крохи, которые падают со стола Господа. И он говорит, будет тебе по вере твоей, да? Мы можем вспомнить Вартимея, сына Тимея, который сидел у дороги, и он также просил к Иисусу, он пришел и говорил, и он говорит, что ты хочешь от меня? Он говорит, чтобы я мог видеть. И он говорит, иди, вера твоя, она тебя исцелила, да? Она тебя спасла. Вот это слово «исцелила» и «спасла» на греческом языке, это одно и то же слово, и я так понимаю, что оно в контексте имеет значение смысловое, либо исцелил, либо спасла. И это одно и то же слово. Да, мы можем вспомнить женщину, которая была грешницей, и она пришла к Иисусу и обливала его ноги своими слезами и вытирала волосами головы своей. И она нуждалась в прощении, да? Она была вот такая вот хулиганка, да, как Максим говорит, которая нуждалась в этом, она это понимала, да, она не нуждалась просто в исцелении, она нуждалась в прощении, да, и она это осознавала. И Иисус ей сказал, иди, вера твоя, она спасла тебя. И эта женщина стала жить по-другому. И у всех этих людей есть что-то общее. Есть что-то общее, они имели веру, и тоже они имели нужду, да, мы это знаем. Поэтому нужда была у всех. Все пришли с какой-то нуждой к Иисусу. И Он воздал, можно сказать, по их нужде. Он услышал их, Он сказал, Он сделал. И они получили по своей вере. И тут можно подумать, да, ну вера, да? Тогда, а я во что верю? В то, что Бог скажет? Или в то, что я должен подойти, коснуться? Или как это должно произойти? Что должно произойти? Потому что вот Максим как раз и говорил, что он смотрел на примеры, и он искал, как это должно произойти. Что у одного человека это так произошло, значит, я должен сделать точно так же. Да? А у другого это произошло по-другому, через какое-то время. А, наверное, мне к этому нужно стремиться. А нет, вот это свидетельство говорит так. А, вот так вот, наверное, Бог должен работать в моей жизни. И тогда как я должен поверить-то? Каким образом вера моя, она должна меня исцелить, или спасти, или что-то сделать? Каким образом это должно произойти? И верить, да, вот это слово и на еврейском, и на греческом языке, оно еще означает доверять или вверять себя кому-то, да? По-еврейски это слово означает еще также воспитатель, быть верным, непоколебимым, находиться под насмотром и также доверять. Да? И знаешь, это означает еще то, что насколько ты вверяешь себя Богу. Понимаешь? Когда Иисус говорил, что вера твоя, она спасла тебя или исцелила тебя, это означает, насколько этот человек, он верил себя в Богу.
Он доверил этот акт исцеления или спасения Богу. Да? Насколько он доверился в этом Богу, чтобы это произошло. Потому что всем этим людям нужно было прийти к Богу именно таким образом, прийти к Иисусу именно таким образом, чтобы верить себя, да? Отдать себя, доверить себя Богу таким образом, чтобы он это сделал. Потому что, представляете, это женщина, которая страдала. Ей нужно было отдать себя Иисусу. Там ей нельзя было находиться. Она за свое поведение должна была побита камнями. Женщина, которая считалась блудницей, она не могла там находиться. Даже фарисеи говорили, если бы он знал, кому он прикасается, кто эта женщина. И ей нужно было тоже верить в себя Иисусу, свою ситуацию, происходящее. И Вартимею, который был слепой, он только слышал, он не видел, он не знал, он не понимал, он только слышал. Этим людям нужно было доверять. Нужно просто было прийти к Иисусу и верить в свою жизнь. И он говорит, вот потому как ты веришь, потому как ты доверяешь, потому как ты свою жизнь доверил мне, вот согласно этим параметрам и будет тебе, да? Потому что его удивило даже поведение сотника, что он не захотел даже, чтобы Иисус пришел, да? Он говорит, я в Израиле, говорит, я не видел такой веры. Почему? Потому что он доверял настолько слову Бога, что достаточно было, чтобы он просто сказал. Он говорит, и вот по вере твоей тебе будет. Поэтому верить это не просто, да, ну, сделать умозаключение в том, что это возможно. Возможно, Бог это может сделать. Возможно, для Бога возможно все. Бог всемогущий. Не, речь не только в этом, а речь в том, насколько мы доверяем Богу, настолько и будет по этой вере, как бы воздано нам, да. Насколько мы даем ему свою жизнь, чтобы он сотворил, чтобы он изменил, чтобы он воздал нам по нужде. Вот настолько и будет это сделано. И здесь вопрос не в том, как это будет сделано, да? Потому что Бог сам сделает, как он хочет. И мы в будущем, я надеюсь, мы услышим свидетельства разных людей. И мы увидим, что на самом деле у всех было по-разному. У всех было по-разному, да? Каждый может рассказывать, кто, жизнь которого Бог изменил, и мы увидим, что у всех было по-разному, не у всех одинаково. Поэтому здесь речь не о том, что я верю в Слово Бога, и тогда Бог меня по Слову исцелит или спасет. А я верю, что если я Его увижу, вот если Он однажды мне явится, как я слышал в одном свидетельстве, тогда это изменит мою жизнь. Да? А я верю, что мне ангел, да, придет, и он мне расскажет. А я верю, что я во сне там что-то увижу. Вот много мы что можем услышать, каких свидетельств, и определить для себя. Но речь идет не об этом, не о том, в какой момент именно ты веришь, а речь идет о том, веряешь ли ты себя Богу, чтобы он это сделал в твоей жизни. Потому что мы не понимаем, как это должно быть, мы не понимаем, как это должно произойти. И поэтому говорится, что вы испытываете самих себя, верили вы. Почему? Потому что это процесс, мы ходим верою, да, а не видением. А тем не менее, как мы слышали, тем не менее, мы должны увидеть невидимого, да, мы должны иметь понимание, мы должны иметь развлечение, и мы должны ходить верой, и нам необходимо иметь такое откровение от Бога. В каком мы положении находимся сейчас, чтобы Бог нам это открывал? Стоим ли мы в вере или нет? И как мы можем испытывать самих себя в этом? И, в общем-то, давайте откроем Псалом 77. Стиха. Здесь, в общем, речь идет о том, что псалмопевец, он рассказывает, он призывает вообще народ израильский, чтобы они рассказывали своим детям о том, что Бог сотворил когда-то,
как он вывел свой народ из Египта, явил перед ними всякие чудеса и показал знамения для того, чтобы это было известно потомкам, и они не забывали своего Бога. Потому что если они будут забывать, они отойдут от Него и отвернутся от Бога, и будет плачевный результат. И он говорит, 17 стиха, рассказывая историю, как Бог вывел народ свой из Египта, он говорит, как все это происходило, что были казни, были знамения, он провел их через море, что он дал им воду из скалы, которая лилась, они хотели пить, да? И 17 стиха говорится, но они продолжали грешить пред ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне. Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб, может ли приготовить мясо народу своему. Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвинулся на Израиля. За то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. В 25 стихе говорится, что он послал им пищу до сытости. И то, что хочу я сказать, что народ израильский, да, когда был в пустыне, они просили что-то у Бога. Да, и Бог им давал. И тем не менее, это не было связано с верой. Потому что в 22 стихе говорится, за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. То есть представьте себе ситуацию, что идет народ Израиля, да, и вот они возроптали, и они говорят, ну, воды хотим. Бог дал им воду, просто выбил из скалы и потекла вода. А теперь хотим есть, да, и хотим есть мясо. Что мы вообще здесь делаем, если в Египте там столько мяса было, котлы с мясом, да? А мы пришли сюда в пустыне умирать. Но они же не в пустыне пришли, они шли в землю, которую обещал Бог. Но Бог дал им мясо все равно. Все, ешьте, пока в другом месте написано, из ноздрей не полезет у вас это мясо. Месяц там эти окорочка падали с неба, уже готовые, можно сказать. И воспылался гнев Бога, да? То есть, что я хочу сказать, что не всегда то, что мы просим у Бога, и Бог дает, это является утверждением, что мы стоим в вере, да? Почему? Потому что и израильтяне, они просили, и Бог давал. Бог давал им одно, давал другое, давал третье. И тем не менее, он говорит, что гнев подвинулся на Израиль из 21 стиха за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Почему? Потому что Бог определил для них нечто другое. Не мясо в пустыне и не манну. Он определил для них землю обетованную, куда они должны были идти. И они должны были сделать то, что они должны были сделать. Но вместо этого им вот для души, как здесь говорится, ихней, для души, да, в 18 стихе, требует пищи по душе своей. Они хотели это для души своей. И если смотреть на карту, то расстояние от Египта до Израиля 500 километров. У нас Ломоносов больше прошел, нет? Один. А там миллион. Вместе. С валами, с овцами, со всеми. И это 2 недели пути, как бы, вообще не напрягаясь, если так идти потихоньку, потом привал сделали. А вот эти события, когда они попросили все эти вещи, это через месяц произошло, после того, как они выдвинулись. Произошло через месяц, и им захотелось. И тоже вопрос, почему? Почему вместо того, чтобы пройти напрямую, да, там, по берегу просто моря и войти в Египет, Бог повел по-другому людей. И вместо того, чтобы 2 недели пройти, да, они уже ходили месяц, и они пока не пришли. И тут они захотели пищи для души своей. Да.
И все им это захотелось, вот именно в этот момент. Во Второзаконии, в 8 главе, говорится... Ну так, по Библии, чтобы вы не думали, что это я придумался. Будем смотреть. В Второзаконии, в 8 главе, с 1 стиха, говорится: «Все заповеди, которые заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли, завладели землей, которую клятву обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить себя, чтобы испытать себя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя и томил голодом, и питал тебя манную, которой не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». И здесь говорится, для чего Бог это делал. Почему он не избрал вот этот короткий путь, да, за 2 недели? Но почему он избрал другой путь? Он сделал это, потому что хотел узнать, хотел показать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. И он смирял людей, да? И люди, они, ну, показали свое настоящее лицо, можно сказать, да, вот в этот момент. Вот, потому что, когда все прикольно, но когда приходит нечто подобное, то здесь нужно делать выбор, да, определенный. И вот они, можно сказать, напоследок, да, они вдруг захотели есть. И мы видим вот ту параллель, которая происходила с Иисусом, когда его дух повел в пустыню для искушения. Мы видим здесь те же самые слова, которые Иисус говорит в пустыне. Когда ему дьявол говорит, что вот хлеб, вот камень, то есть, да, скажи, чтобы он сделался хлебом, но если ты сын Божий, а? Если ты сын Божий, тогда скажи этому хлебу, пусть он сделается, скажи этому камню, пусть он сделается хлебом, да. И для меня вот то, что сделали эти израильтяне, они... сказали этому камню, чтобы он сделался хлебом в этот момент. Можно сказать, что они проиграли это сражение. Да? И вместо того, чтобы получить благословение, они навлекли на себя гнев Бога. И там люди умирали от язв, пока Моисей не помолился, и это не остановилось. Но сначала было все прекрасно, да, было все чудесно. Манна валится с неба там. Хлеб, окорочка, да, сколько хочешь вообще. Пир горой стоял целый месяц. Все услано было там. Месяц они ели эти окорочка, да. Все было прекрасно. Но еще не успели доесть, как началась язва, которая стала губить людей. Потому что это был гнев Бога, это было ему неугодно. И мы должны понимать, да, мы должны понимать, ну, стоим ли мы в вере или нет. Потому что именно вот в этот момент мы и можем испытать. Испытать, находимся мы в вере или нет. Почему? Потому что в другой момент, как мы это можем сделать? Как ты можешь испытывать самого себя? Если я буду испытывать самого себя, вот так вот, да, это будет очень легкое испытание. Я везде всегда найду какую-то лазейку, где я что-то понимаю, не понимаю, вижу, не вижу, оправдание всякое, да, везде. Но если это делать будет кто-то другой, здесь уже нет, да. Если это не по моим критериям, не по моему взгляду будет происходить. И Иисуса повел его в пустыню Дух. Дух повел его в пустыню. И он был там испытан. И когда он был испытан, он делал определенный выбор. И вот в этом выборе, как бы, мы и смотрим. Мы и смотрим на то, стоим ли мы в вере или нет. Потому что критерием не является то, что произошло чудо. Бог послал с неба окорочка, да? Или Бог послал в твою жизнь что-то. Бог дал в твою жизнь что-то, да? Это не является критерием. А знаете, что являлось основанием для Иисуса в этой борьбе? Это слово Бога, когда он сказал «написано».
не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, да? Это являлось основанием в его борьбе. Это являлось выбором в его борьбе. И здесь речь идет о том, что ты реально можешь выбрать. Потому что мог Иисус превратить камни в хлеб? Как вы думаете? Мог, да? Конечно, мог. Но он этого не сделал. И иногда мы стоим перед таким выбором, что если ты Сын Божий, то почему бы и нет? Почему бы не сделать это? Ты же Сын Божий, да? И ты делаешь выбор. Речь не идет о чем-то невозможном, да? О каком-то искушении, которое невозможно для тебя. А речь идет о том, что достаточно реально для тебя, что ты можешь сделать этот выбор, что Иисус мог сделать эти камни хлебами, и что ты можешь взять и сделать что-то, потому что ты Сын Божий. Почему нет? Да? Именем Иисуса Христа, да, я Сын Божий. Почему нет? И вот здесь, вот, когда ты стоишь перед таким выбором, ты на самом деле и борешься по-настоящему, и здесь ты можешь испытать себя. И я могу испытать себя, и все могут испытать себя. Поэтому когда это просто как бы находится в нашем знании или сознании, это одно. Но когда ты видишь как бы реальные примеры того, что это действительно происходит, то это совсем другое. Марка, 4 глава. Потому что победа-то в этом случае, она на самом деле в чем была? Не в том, чтобы что-то сделать, а в том, чтобы не сделать, да? Представляешь, если ты Сын Божий, да? И камни сделались хлебами. А что плохого? А если мы дети Бога, а что, Бог не может нас накормить в пустыне, что ли? Что, Он не может этого сделать, если Он Бог? Бог показал, что может. Но они не для этого там были. Они были для другого. Они были для того, чтобы Бог увидел, каково их сердце. Будут они исполнять заповеди или нет? Вверяют они Ему свою жизнь или нет? Потому что Иисус 40 дней постился, а они там с верблюдами, с этими, с овцами и так далее, им не хватало еды. Но мы видим, что реально-то может человек прожить и без этого, да? Что Бог не повел их по пустыне там за 2 недели, но они 30 дней там только были. И все, и они тоже напоследок взалкали, можно сказать, захотели есть так сильно. Они были ограничены в пище, это понятно, но им захотелось для души чего-то большего. Но они неправильно оценили, неправильно поняли то время, в котором они находятся. И поэтому казалось, что они победили, попросили Бога, и Он все дал. И воду дал, да, и ману, и мясо. А в итоге увидели, что в конце концов проиграли. В конце концов проиграли. У нас есть такая песня одна, да, мы ее поем иногда, что там такая строчка есть. «Я проиграл в моих победах». Да? Интересное, да, такое состояние человека. Победить и при этом проиграть от этого. Такое бывает. Поэтому победа состояла в том, чтобы не сделать, а не в том, чтобы сделать. Не в том, чтобы заявить о том, что ты Сын Божий, провозгласить, призвать, да, сокрушить, разрушить, восстать. Все, потому что я Сын Божий. А победа состояла в том, чтобы это не сделать. Именно в этот момент. И вот в такие моменты мы можем себя по-настоящему как бы оценивать, по-настоящему видеть, верили ли мы стоим или нет. И Марка 4 глава, здесь говорится, была история, когда Иисус, Он спал в лодке. Вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. Поднялась великая буря,
Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его буют и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». Ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И еще видим одну историю, да? Мы видим такую историю, что Иисус опять удивляет их поведение. Почему? Потому что он раньше им сказал: переправимся на ту сторону, и лег спать. Буря, не буря, ему как бы не мешало это вообще. А ученики испугались, да? И будет его говорят: тебе что, нужды нет, что мы погибаем? И что он сделал? Он утихомирил эту бурю, да? Но он говорит, это проявление неверия вообще с вашей стороны. Вы думаете, что у меня попросили, я вот это вот сделал сейчас. Буря улеглась, волны утихли, ветер утих. И поэтому вы можете считать себя верующими. Вот я Сын Божий, да, и Бог, Он мне в этой нужде помог. Он говорит: но это неверие. У вас нет веры. Почему? Потому что раньше я вам сказал, что переправимся, и все. Переправимся на ту сторону. И то есть они не верили, что это означает. Опять то же самое, они не вверяли свою жизнь Богу. Они не доверили свою жизнь Богу. Они не могли отдать свою жизнь, чтобы Он провел их через эту ситуацию, чтобы Он позволил, позволить Ему, чтобы Он это сделал так, как Он хочет, так, как Он видит, а не так, как им кажется. Потому что опять чувства, эмоции, испуг, да? Здесь уже не то, чтобы если ты Сын Божий, а здесь уже, что делать, погибаем. Нет сил, нет возможности, все, ничего нет, все, умираем, все плохо. Все, да? И опять не поняли, в чем суть вопроса, да? В каком состоянии находится. И опять, можно сказать, проиграли в этой победе. Думают: во, победили. Все утихомирилось, все хорошо, все сделано. А Иисус говорит: а у вас что, нет веры? И вот за это время, за этот месяц, да, я понял некоторые моменты. Ну, Бог мне открыл. Три момента, которые я хочу сейчас перечислить. Первое, то, что мы не должны руководствоваться тем, что когда мы получаем просимое, да, что именно в этом состоит вера. Что поэтому у меня есть правильное отношение с Богом, и у меня живая вера, и Бог меня слышит, и Он мне говорит. Мы видим, что это не всегда так. Почему? Потому что израильский народ получил просимое, но позже был гнев Бога, да? Мы видим, что здесь они просили, но это было явлено как, ну, оценено Иисусом как неверие. То есть не всегда, когда мы получаем просимое, не всегда, когда явлена сила Божия через то, что мы просим, не всегда это говорит нам о том, что вера действует в нашей жизни, что мы стоим в вере. Как раз это может иногда свидетельствовать о том, что мы в неверии вообще в полном, что мы проигрываем. И мы можем обманываться в том, что происходит. Да? Другой момент. Тоже не так давно со мной произошел. Когда Бог мне сказал, что мы не должны руководствоваться побуждениями, которые у меня есть. Да? Я разговаривал с одним человеком, и это было на фоне вот, послания к Коринфянам, учения Павла. И я у него спрашиваю: слушай, а почему ты на сцене молишься на языках без истолкователей, если Библию учат по-другому? И основная причина, которую он мне назвал, это потому, что у меня есть побуждение. Ну, побуждение хорошо, но именно об этом Павел и говорит. Он говорит людям, у которых есть побуждение, у коринфян, которые были побуждаемы, да, к тому, чтобы говорить на языках. Он говорит, вот если есть побуждение, если у тебя такое побуждение есть, если нет истолкователя, то молчи, говори себе и Богу. Да? Если есть истолкователи, пожалуйста, молись. Он говорит, я вообще не против, я только за. Я сам больше вас говорю языками, Павел говорит. Но в церкви, если нет истолкователя, лучше буду говорить обычным языком, чтобы меня понимали. Поэтому он говорит, не будьте дети умом. На злое, говорит, будьте, говорит, младенцами. А в остальном будьте
взрослыми людьми. И поэтому для меня следовать своим побуждениям – это, ну, детский сад. То есть, да, я могу это делать, но это ребенок делает. Вот у него есть побуждение, он хочет, и он все будет делать для того, чтобы это получить. Это ребенок, да? Он будет манипулировать родителями, он будет все делать для того, чтобы заиметь то, что ему хочется. Но это детство. Это детский сад, да? Но если человек взрослый, он понимает, что всему свое время. И это то, что, и чему я был научен, то, что мы не должны следовать слепо за своими побуждениями. Мы не должны думать, что мы стоим в вере, если явлены какие-то чудеса, знамения, сила Бога, да? Что не только это является критерием. И на прошлом собрании тоже я получил, что не все то, что исходит от церкви, мы должны принимать в свою жизнь как стопроцентную истину. Да? Тогда я что еще хочу сказать, что насколько важно общение между верующими людьми, да? И насколько важно изучать Библию. Почему? Потому что вот то, что я получил, побуждение о том, что не всегда это Богу угодно, что иногда мы свои побуждения, которые у нас есть, мы должны их контролировать. Сейчас ли для этого время или нет. Что я это получил через общение с верующим человеком, с христианином, да? С братом во Христе. Если бы не было этого общения, я бы не пришел бы к этому. Другое учение я получил здесь, получил через собрание, где было проповедано слово, да, о том, что не все, что исходит от церкви, есть истина. Третье, да, понимание мне Бог дал через чтение Библии, что не всегда, когда явлены чудеса Божьи, мы выигрываем, являемся верующими. Но иногда мы проигрываем. И это называется, наоборот, неверием. Хотя мы заявляем о том, что что творилось, что было, Бог совершал, Бог столько сделал. А Бог говорит, да, это неверие вообще. Может быть и такое. И это я получил через то, что я читал Библию. Тогда я хочу сказать, что Библия, да, это слово Бога, и она не обманывает. Поэтому если говорится, что не оставляйте собрание своего, изучайте слово, да, имейте общение друг с другом. Это говорится не просто так. Это говорится для того, чтобы мы могли иметь это понимание от Бога, которое нам открывает. Чтобы Он нам говорил в жизнь, чтобы мы могли Его слышать. Что это важные аспекты, да? Что нам необходимо общаться друг с другом, что нам необходимо быть в собрании, необходимо слышать друг друга, да, делиться друг с другом, что нам необходимо читать Библию. Но как различить, как понять, что где истина, да, а где ошибка? Как понять, что мы просим у Бога, и это то, что мы просим, это согласно Его воле. И это говорится в Иоанна, 15 главе, 7 стих. И на этом закончим. Это как бы такое, можно сказать, определение, чтобы не было ошибки. Иоанна, 15 глава, 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». И вот здесь есть ответ, да? Что если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. Здесь написано, чего не пожелаете, просите. И понятно, что если мы пребываем в Иисусе Христе, и Его Слово пребывает в нас, мы не будем просить, что попало. Мы будем понимать, в каком положении мы находимся. Мы будем знать, в какое время мы живем, что это время в пустыне, когда к нам пришло искушение, да? Или это время, когда нужно действительно, чтобы слава Божия, она явилась. И действительно нужно заявить, что ты Сын Божий. Да? Что если ты будешь в Нем, и Его Слово будет пребывать в тебе, то ты не будешь просить то, что не угодно Богу. И я верю, да, я вижу, что Бог, Он, вот, то, что Он мне открыл вот это вот, это не просто для того, чтобы сказать кому-то, что это в первую очередь мне, и это в первую очередь нам, кто здесь находится. Почему? Потому что мы хотим развиваться, мы хотим идти дальше, да? Мы хотим, чтобы то, что здесь однажды началось, чтобы это росло, и чтобы Бог это благословил.
И поэтому мы нуждаемся в этом слове. Мы нуждаемся в том, чтобы это слово, оно пребывало в нас, и мы пребывали в нем. Чтобы не было этих глупых ошибок. Чтобы не было таких вещей, когда мы видим, и мы как бы основываемся, но это основание неправильно. Основание есть слово Бога, да? И я вот вижу для нас наше продолжение в том, что Иисус сказал, что жатва большая, а делателей мало. И он говорит, итак, молите господина жатвы, чтобы он выслал делателей на жатву свою. Потому что мы хотим сделать все правильно. У нас есть желание сделать все правильно и двигаться дальше, да? И чтобы Евангелие, оно распространялось. И у Бога есть такое желание. И он говорит, что жатва-то, она большая, а делателей мало. И если мы действительно готовы, мы должны что делать? Молить господина жатвы, чтобы он вложил нам это слово в сердце, чтобы мы пребывали в нем, и его слово пребывало в нас таким образом, чтобы это было сказано, чтобы это находилось внутри тебя, чтобы это совпадало с тем, что здесь написано, и чтобы Бог начал действовать на основании своего слова по нашим молитвам, по нашим просьбам, как здесь написано, что если мы будем в таком положении находиться, просите чего хотите, и будет вам. Поэтому мы должны молить господина жатвы, чтобы он выслал, чтобы он начал действовать, чтобы он положил это слово в нас, и просить о том, что он хочет от нас, да? И действительно у Бога есть желание, потому что жатва большая. И у нас есть желание исполнить его волю. И мы не хотим стоять в вере, вот только на наших побуждениях, только на том, что предлагает современная церковь, только на том, что являются какие-то чудеса, знамения, которые покрывают все наши нужды, но мы хотим стоять на слове Бога. Аминь. И давайте будем именно так делать, потому что этому учит Библию, этому учит Бог. Он обещает все сделать по своему слову. Будем верить ему, то есть доверяться ему, вверять себя ему, чтобы он творил.